Почетный караул встал сегодня около памятника Борису Богаткову. Старшеклассники одной из школ Октябрьского района даже забыли о летних каникулах. Почти месяц они тренировали строевой шаг и на один день стали часовыми памяти. Анна Гурьянова побывала на открытии вахты. Шаг – другой поворот. В память о страшной войне и ради мира на земле. Эту вахту памяти посвятили Дню российского флага и окончательной победе советских войск на Курской дуге. А еще в августе 43-го погиб Борис Богатков. Это в первую очередь, наверное, гордость за свою страну. А память о таких великих людях, как Борис Богатков, патриотизм своей страны. И героем «Вернись с победой» в славный город Новосибирск. Этой песней о любимом городе, подающей надежды поэт Борис Богатков, поднял в атаку своих товарищей. В атаку, которая стала для него последней. И сегодня памятник этому герою войны – еще одно место несения вахты памяти. Почетный караул получил свое название. Из камня его сапоги. Это тоже строчка из песни о советских солдатах. Ведь из камня его сапоги. Это символ памяти, что память должна быть, как камень. Из камня его сапоги. Часовые памяти – миссия почетная. Чтобы заступить на вахту, старшеклассники из второй школы даже выиграли районные соревнования среди двух десятков образовательных учреждений. И не пожалели школьники последних дней летних каникул. Была предложена летняя профильная смена, вот путь героя, был набран новый состав, и ребята с удовольствием ходят, каждый день учатся навыкам медицинской помощи, строевой службе. А вахта памяти стала своеобразным завершением этой профильной смены, да и вообще сезона. Теперь почетный караул выставят в следующем году, 23 февраля. Анна Гурьянова, Дмитрий Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.